вот дождик пошел. Я таранку хочу. Смотри, вот они тут ее, этот самый, видишь, сушат. Бедная машина перенесла за это путешествие. Страшно сказать.
северо-восточный мыс Исландии. Огромное количество бревен приплывало или выбивало на берег волной, поэтому у викингов не был недостаток дров зимой, поэтому они здесь выжили. Но мы просто согревались. Ah!
Асха. Ну, там такой вулканчик большой. Это кратер вулкана Асха, 1200. Кратера Вулкан. Здесь озеро, вода полная сульфатом, горячая. В принципе, можно купаться.